Алексей Кольцов. «Всякому свой талант». Читает Павел Беседин. «Как женился я, раскаялся, да уж поздно, делать нечего. Обвенчавшись, не разженишься, наказал Господь, так мучайся. Хоть бы взял ее ей силою, или обманут был злой хитростью, а то волей своей доброю, где задумал, там сосватался, было кроме много девушек, и хороших, и талантливых. Да ни с чем взять, видишь, совестно, от своей родни, товарищей. Вот и выбрал по их разуму, по обычаю, как водится, и с роднёю, и с породою, именитую, почетную, и живем с ней. Только ссоримся, да роднёю похваляемся, да проживши все добро свое. В долги стали неоплатные, теперь придет время тесное. Что нам делать? Жена надобна, а? Как, скажите, люди добрые? Научу я мужа глупого. Ах, жена моя, боярыня, когда умной ты родилась, так зачем же мою голову ты сгубила, змея лютая? Придет время, время грозное. Кто поможет? Куда денемся? Сам прожился мой безумный муж. Да у бабы ума требует».